Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1344. События дня. Притча Соломона 29:19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 21 августа 2019 года. Тут обращение одно. Курсором останавливайте, и дальше можно встреча Юрия Соболева с Красноярска, Игоря Добунова. Там мама у него сильно болеет. Евгений пишет. Какой-то. Я что понимаю, что это обо мне сказано, такое понятие. Вот пишет тоже Василий Иванов, интересно. События с утра. Съездили на второй мостик. Погода позволяла, тишина. Проверили сети. Много есть. А днем еще съездили с бреднем. Время идет. Устинова, двое ребят были. Никита и Исааки. Это все тоже заснято, будет показано. На поле Игорь убирает, непонятно что. Поехал узнавать, оказывается, горох. А это видел. На малину съездили, поделились с другими. Вот. День такой наполненный был очень. Наши ресурсы, я уже показывал, это мой мир. Мой мир. Легко в нем сообщаться. Вот где я в шапке, тут можно писать. Если другой есть, я с голубем, то просто контрольный. Вот прочитаю, добрый плотник что-то пишет.
Вот так. Второе, это наш православный форум. Очень хорошо составлен, 1600 тем, богатый, очень богатый. Ну и православный видеоканал. Очень большой. Просто большой. Много тут за этот день, что где было снято. Это только через неделю появится. Ну и во свете Библии, православный библейский сайт. Вчера разослал стихотворение всем. Ну, это я не знаю. Прочитайте сами. Из тюрьмы писал. Смерть лютой безбожникам грозит. Второе стихотворение о смерти. Ну и третье еще. Смерть согрешивших держит на примете. Творение. Все давнее, сейчас не пишу. Для всех. Вот это все.